Эта песенка принадлежит к числу настолько малоизвестных песен Булата Акуджавы, что она не была известна даже самому автору. Я сейчас поясню, в чем дело. Дело в том, что Булат Шалыч никогда в жизни это стихотворение не публиковал. А прочел я его в воспоминаниях об Акуджаве замечательного писателя Анатолия Приставкина. Приставкин рассказывает о периоде, когда при президенте России существовала так называемая комиссия по помилованиям. Я надеюсь, что вы помните это время и помните людей, которые входили в эту комиссию. Это все достаточно, так сказать, приличные, уважаемые люди, в основном деятели культуры. Там был и сам Анатолий Приставкин, который возглавлял ее, и Фазиль Искандер, и Лев Разгон, Евгений Альбац, Булат Акуджава и так далее. И вот, придя на одно из заседаний комиссии, Лев Разгон пожаловался на боль в сердце. И Приставкин в качестве лекарства, в качестве лечения предложил ему выпить рюмочку. Разгон согласился. Приставкин сходил к холодильнику, достал бутылку, налил рюмочку, принес Разгону, Разгон выпил. Сидевший тут же за столом Акуджава на клочке бумаги написал четверостишие, содержание примерно такого, что одна рюмочка – это хорошо, но две – это намного лучше. Приставкин, услышав это четверостишие, сказал, зачем же дело стало, побежал к холодильнику, достал бутылку, налил рюмочку, принес Разгону, Разгон выпил. Акуджава, опять же, значит, смотри выше, да, сидевший тут же за столом, на втором клочке бумаги написал следующее четверостишие, которое продолжало мысль, начатую в первом. Разгон к тому времени уже забыл о том, что он лечится. То есть его уже заинтересовал сам процесс. Приставкин сбегал еще раз к холодильнику, принес рюмочку. Разгон, который называли в комиссии старейшиной, принял ее с большим удовольствием. И вот Приставкин как бы умалчивает, на каком этапе эта история завершилась. Единственное, что он пишет, что последнее слово в этой истории осталось за поэтом. А мне и дальше он приводит стихотворение, которое мне страшно понравилось, и я стал напевать его на такую совершенно нехитрую мелодию. Вот что у меня получилось. Я забежал на улочку с надеждой в голове, и там мне дали рюмочку, а я-то думал две. За что меня обидели, подумал я тогда, но мне вторую выдали, а третью никогда. И мне вторую выдали, а третью никогда. Смирился я с решением, вполне хорош уют. Вдруг вижу, с изумлением мне третью подают. И взял я эту рюмочку, сполна хлебнул огня. А как зовут ту улочку, а как зовут меня? А как зовут ту улочку, а как зовут меня?